Еще раз привет. Информация по битку. По текущему рынку. Не будем брать то, что там мы планировали ранее, когда импульс был с этого накопления. Предполагали, что цена будет спускаться, выгодно купить. От открытия месяца у нас цена давала 2 раза точки на покупку. Последняя неделя отработала полный ход. Сейчас фаза накопления. Вот. Давайте предположим, куда цена может на будущей неделе сходить. Так. Если мы закрываемся в пределах текущей цены, вот точки у нас получается также ретест уровня открытия 11100. Здесь зона получается глубокая шпилька недели или полностью недельная свеча с, возможно, с поджатием. Это 10.80, 10.800-10.700, вот, диапазон. Вот. Это у нас начнется раскачка в середке, да, или же от коррекции можем пойти в диапазон месяца. Но еще раз напоминаю, что у нас осталось несколько дней по целям, и наши цели на месяц поменяются. По целям отработки были 12 чем-то, я говорил там 12 400. Посмотрим. 12 400 мы отработали. Вот 12 400, вот 12 415. Цели, как бы, мы которые мы ставили, мы забрали. Так, теперь смоделируем диапазон месяца, когда мы закроемся, месяц закроется, да, у нас будут точечки для входа, добора, покупки. Еще раз говорю, не говорю о продаже, говорю только о покупках. Так, теперь предполагаемый уровень закрытия месяца. Представим, что цена дойдет до открытия недели. Давайте от этой точки померим наши цели. У нас формируются две цели. Примерно вот такие. 12800. 12800 от текущей цены, допустим. 12800, максимально 13800. Вот это цели на сентябрь. Если мы будем минимум обновлять, соответственно, у нас эти точки сместятся ниже. Примерно вот как здесь в данной ситуации у нас было, цели будут смещаться. Вот. Цели сместятся, баланс у нас будет в этой точке, полный ход, примерно цели как по текущему месяцу. Далее, что может помешать? То есть может помешать достижение среднесрочных целей — это такая фаза накопления flat. То есть мы можем постепенно смещаться в сторону диапазона месяца, захватить ликвидные объемчики, вот, и цели у нас пойдут в накопление диапазона месяца. То есть в течение квартала мы также можем копить и потом идти в распределение. Вот, примерно все по целям. Давайте еще смоделируем, если цена от текущих, от открытия сместится в сторону 10800 и 10100. Давайте посмотрим, как у нас будет с целями. Цель у нас получится от 10800 примерно на 11900 и максимально 13.
Если сместимся flat в рамках квартала, то есть у нас получится уровень открытия прошлого месяца будет выступать как сопротивление и двойная вершина в накопление, грубо говоря. То есть вот такие цели. 12 300, 11. Это если мы пойдем в сторону диапазона месяца, то есть импульс, коррекция импульс или в накопление, сползание, всякие шпилечки, вот, где можно также по своим техникам искать выгодные покупки. Вот по битку у меня все. Сейчас еще сделаю обзор по евро-доллару. Также в комментариях можете написать или по группам, какие из мажоров или кросс-пар вам интересно разобрать. Всем пока!